Твери МУБЖЭК продолжает работу по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом нестабильных погодных условий. После повышения температуры воздуха и таяния больших объемов снега основной упор делается на очистку улиц и предотвращение образования гололедицы при заморозках. На расчистке и обработке городских улиц в ночное время работает до 40 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, самосвалы. На минувшей неделе велась активная работа по уборке снега. Всего на полигон было вывезено 3300 кубометров снега. Вывоз снега производится в первую очередь с мостов и путепроводов, а также основных магистралей города и аварийно-опасных участков. Мы ориентируемся в основном на погоду и силами МУБЖЭК проводим работы по зимнему содержанию уличной дорожной сети, тротуаров и проезжих частей улиц города.